Глоба и компания, или что там? Тройка там справа. 4 чувака, 4. Они сейчас пиздятся прямо там, судя по всему. Подсираюсь. Не наблюдаю, вижу здесь труп раз. Там хиляются чувы. Лерисаются, резнули. Блять, из чего резнули? Глоба, походу, была только что. Глоба не могла резать. Да, резнуть здесь оба, своего. Здесь оба. Оба резнула. Глоба ног. Фух. Напрыгал, напопадал. У тебя же есть, если что. Есть аптека? Да. Я нашел все, спасибо. Дропа лук. Заебало, блядь. У меня есть лук, да. Могу тебе болт дать на дробовик. Да. Скин, блядь. 301? Куда бы ее? На основную. Подожди, здесь было 4 чувака, а, блядь. Не пришли, никого нет. Ну, они, видимо, как раз закончили, когда мы просканили. Прям момент в момент. К нам приехали. Топы, да, топы. Я ультаюсь. Нас не идут? Да. Я чувак ультанул. Но там рыва, оно уходит на пушке, блядь. Пизда. Гибис минус 42. И меня, блядь, в полете нахуй просто сбрили. Он сбил, меня бро. Здесь. Мастер хуястер, блять, он тап стрейф в воздухе гибет, это видео, блять. у меня больше киллов, чем у Рейвы в 10 сезоне. Да, я здесь самый большой задрот, еее. Я вот думаю, мне хватит ехидности надрочить 4444, или просто сделать 4004, или просто 4000. Просто разница, сколько дрочить, 150 или еще 500, точнее 600 практически, 594, блять. Очень большая разница. С учетом того, что 100 киллов в день довольно сложно даются, блядь. Особенно в такой день, как сегодня. Блин, я вроде бы покушал, но я все еще хочу бутерброд из Subway. Это, видимо, решает проблему только бутербродом из Subway. Ну, блять, я хочу чокопай, который я мог купить, но я купил вместо них печенье. Но печенье поел, а чокопай я хочу до сих пор. С нами два отряда. Отморозимся или... Да, давай отморозимся немного. Я не спижу оружие. Я прикрываю. Или к ним зацелимся. У тебя первую, есть? Лечу. Я могу... Элстар скидываю. Лук, пожалуйста, надо. Внизу я его есть. Я направо к ним сейчас поднасрусь. Ты заряжаешь хуйню? Нет. Тут Нистер все зарядил. Сверху хуярит. Спасибо. Может, давай сверху идем? А, бля, вверх идет на меня! В упоре. Вниз прыгнул. Попал. Что-то у тебя по нему не регало, блядь, особая сотка дал мясо. Я его доел. Ахтан тебе идет. Фиолетка. Я не попал ни разу, семерки, блядь! Раздел. Был в башку. Братан. Я нахил. Блять, тут пиздец. Блять, тут сзади Харайзен. Сосать.
А зачем ты это сделал? Я испугался очень сильно. Ну ладно. У меня сразу феникс сжали. А все мертвы. Не отказывайся в удовольствии. Эти энерги говно. Какое ты дурацкое. Че, пойдем кнопочки нажимать? У нас еще и кнопочки есть. Блять, я... Ну постой там уже, блять, раз уж ты там. Так, здесь ног. Я налево побежал, если что. Направо. Пока. Бронзолотая филька здесь. 500. Либо я подниму золото наверх. Да я взял. А ты уже пришел. Группы банки. Феникс. У меня маленьких куча. Заебись. Обмен. Шприцы? А, шприцов 4 штуки надо, да. Ох. Когда вы тебе пенис. Будешь пениксоваться. Да, или что-нибудь? Ты уже пиздовал. До сих пор стоковые магазины. Во всем. Еще маленький банок и пенис. Стоп, а зачем мне 20 банок? Who knows? У меня два феникса. А в раунде там, где у меня 4 феникса было, мы проиграли просто. Да, поэтому ты будешь таскать 2. Надо уменьшать. Батя, нашел магазины все. Два дома, два магазина. Супер, солгу. А можно я тоже так найду? Эта магия только у меня работает, бро. Могу предложить мастиф и большую банку. И войну на маркете. Нихуя, Анна, подожди, и на маркете, и за маркетом? Нет, они просто как-то очень далеко друг от друга стоят. Чё, левых задушим? Хуйня начнется, упадем. На крыше вижу кто-то. Да, там два отряда. Я немножко приопоздаю, но теория, наверное, можно на крышу зайти. Ещё у меня броня. Минус пол ебало, минус все ебало. Капуста полтос? Капуста ног? Ну, капуста. Внизу чилы. Нихуя, здесь три отряда, блядь. Здесь. Все равно уничтожил. Стреляли... У вас отряд. Они стреляли по верхним, я еще верхних не вижу. У капусты не было золота, ты ошибся. Кого? Подожди, я доел, все умерли, разве нет? Не, капуста типа нет. У него не было золота, у него был синий. Тогда я вальку еще. Это в кого урон? А, это не урон был. Кто-то здесь хиляется. Но я только что хилялся, но возможно. Внутри здесь. Окей. Дал минус 60 по чилу. По кому не понял. Похоже на капусту. Прыгай одно хп, прыгай минус ебало. О, он здесь был! Да он в рыве был! И он так, не залетел нас. Скорее мы его. Он не заметил нас, он смотрел в ту сторону, откуда мы уже пришли. Серьезно? Да, да. Я лохой. Забавно, ну ладно. Он наш шприцы выкинул нахуй. Нет, не выкинул, теперь выкинул. Х2. Да у меня 2 х2 есть. У меня 2,4. Ладно, видимо, освещусь пока на 301. Хотя флот так охуенно наваливает, блядь. Вот серьезно. Вот мерзкое оружие, потому что ты никогда не понимаешь, когда ты мертв. Поэтому некоторые чилы пикаются дольше, чем положено.
А потом залетает три хедшота подряд, они умирают резко. Я хуй знаю где. По-моему, это что за хуйня? А нет, это все нормально. У тебя 24 же, да? Ты, по идее, должен далеко видеть. Да я и так вижу, типа, я даже без прицела убираю, просто на движение глазами ловишь что-нибудь и все. Ты что-то ничего не ловлю в этой стране. Да я с нихуя нету. Да буквально никого. Отсюда. Вот тот чел. Дальше посмотрим. Что там за дроп был такой интересный? Вайфайновский? Рядом с клеткой? Ну, вроде бы он на карте не отображался, да, значит... Значит, подозриметр X2. Че, ждать не будем их здесь? Думаю, в другом месте их прикроем. Они... Думаешь, они налево пойдут? Да, не тут пойдут, а вот там. На щитом там насрал. Ну, чаще в этой точке все сходится. Поэтому. Поэтому я сразу сюда. Гиба хуярит. Там три отряда? Там жесткое происходит. Здесь еще один дроп лайфы, по-моему, идет. Серьезно? Да, вон, видишь. А, ну похуй. Через шарик залетим, нормально будет. Хотя пешком, по-моему, быстрее. Там два ног. Мне издалека с лука попробую придеть. Дал башку 83. Там всех закрыли. Красная броня. Надо красная ебать. Броня там. Иду, иду. Так что дайте, надо улетать быстрее по красной. Не знаю, вы двое, наверное. Нет, там, наверное, уже там рез идет, блядь. Рез идет даже. Значит, он не успел захиляться. А, он, это гибис, он поставил щит. Да, он поставил купол и резнул. Кинул на правую сторону гранату. Они ушли туда. Разбитый гибер. Нокнул гибер. Здесь еще последний. Он гидал немножко. Ты, блядь, выйди из лобби, заебал. Блин, он разбитый, блин. Хорош. Я вашу броню возьму, пожалуй. Две. Да, было важно их закрыть. Было пиздец, как вот важно их закрыть. Из интригован, тут большие имеются. Экстрим. Да у меня дохуя их, так что я, блядь. Экстрим? Я взял уже. Он мне нужен был на лук. Там их было лежит. Ну, двойки у самого есть. Мне на файте больше три нравится. Ну, тогда набери. Я на X2, в принципе, играю. На X4 тупо в гибуса зажал, блять. О, летят. Заебись. Вовремя, пиздец. Ждали бы мы их там до второго пришествия. Че, диким, диком пикаем эту? Да, зипу сидим, блять. А можно или просто ёбнуть их здесь перекрываем? Не знаю, твоя идея ёбнуть заманчивая какая-то. Ну просто там за кругом, блять, уже. Смотри, ротацию можно дать. А, вот сюда. Блять, у меня то же самое. Ротацию можно сюда дать. Да. Через скалу, если не наклоняться, не будешь ебальником. Можно их тут подловить. Нахуй никого. Ну хз, бля. Пойдем в круг тогда. Да, нахуй ждать. Не хочу не ждать, да не получать пизды за круг. Они закусились. Блять, слева. Не здесь совсем. Вон там где-то. Угу, надо в пещеру. Да, вижу. В пещерах принимать всех. Сразу. А подожди, не в воде нахуй? Один в воде, да. Направо, пол херит. Направо ебемся, пол направо идти. Вот. Там, а там сейчас эту в кую едет, на тебя влетает. Блять, два отряда до сих пор. Там два чува на меня идут.
По октану дал 22. А я ульту выбрасываю туда. Октана потянула. Давай отойдем немного от этого. Укрытия у меня нет нихуя. Неприятная хуйня просто. Да-да-да. Они поставили там хуйню. Ну похуй вообще. Это мы сейчас уже вот так вот застроимся. Они ушли, по-моему, в здание внутрь. Куда они ушли, блядь, после этого? Идут по воде. Я нахуй ноль дал, 3.20 идущие. Крышу можем забрать. Давай еще левее, да-да-да, давай крышу. Крыша, хорошо. Дом. Двое. Дом. Да а господи, минус 70. Возьмись, сука. Кто он уже здесь на этой хуйне? Чего в доме до сих пор, по-моему, должен быть? У нас еще один отряд где-то, блин. Спинил, да. Вышел. Разбил посол, разбитый, нокнутый. Хорошо. На еды а есть? там же враги. Да, идут туда. Туда. Да пошли, пошли, да, пошли. Да, впушиваем. Саморез. Атар разбит. Мертв. Бери, у меня есть. У меня тоже есть. И по съебам сразу, и по съебам, и по съебам. Кандал мы бы ушли так, как улетели через зипу. Ебать, что сделал? Как на крыше оказался, блять, после этой зипы. Я просто пробел, нажал, у меня супер джамп получился через зипку. Густар вроде пидорасит так сильно, а вроде он и попадает все на похуй. Все попадает на похуй. Это не Лстар был. Это я с этого же, с Шейлы зажал. Почему? Мерзкий противник. Они могут... Подожди, я из зипу слышу какую-то. Слева топ? Не знаю, я вот всматривался, просто мне как будто показалось, как будто там видел что-то рыло. Либо на корабле, либо тут могут сидеть. Ну и там я вроде никого не видел, пока шел, но вы увидели. Да, там никого. Тогда шар нахуй в зону куда-нибудь на... Да. Хотя там дроп слева в зоне, блять. Присмотрюсь. На этих штуках я никого не вижу. Здесь внизу вроде тоже. Это, наверное, сольник опять сидит. В надежде, что сольник, а в итоге там будет Ультима, они будут убивать, да и боже. Или сидеть. Я вижу его, вот здесь вот. Где? Там. Много их? Ну, вижу одного. Подожди, это потерял 72. Верит? Он, по-моему, просто вверх стреляет. По-моему, сольник действительно. Окей. Я дроп да, подождал. Че, мне по нему стрелять или что? Да ебись хочешь. Ну ладно. Ты что, против, что ли? Мне с милишки их двойка. И крабер есть. Я его даже возьму. Дал в башку. Буду угол искать. Здесь вот. Блин, залезть не могу на эту хуйню. Дал еще в башку, разбил. Блять, ладно, хорошо. Похуй на угол. Да не, это я просто это... Чтоб ты как факт знал, что я молодец, попадаю в голову, сука. Байтишь, молодец. Я думал, был на крыше ебучий стоят, да? Был на крыше один. Ну, а второй, я не знаю, второй... У меня нет здесь угла, я буду искать более интересное место. Я пока вот сюда перейду, к тебе. Они куда-то топают. Да, то они вот боюсь, что... Можешь пушить. Второй разбитый тоже. А можно я попробую трикшот дать? Как я пушить буду, блядь, брат? А, никак, забей. Ну, я нокнул одного, блядь, и второго пробил на 140. Ну ладно, с трикшотами сегодня не сложилось. Пиздец собаки. А, ну да. Гениальная да, идея. Я там с лука стреляю на полкарты, блядь, в башку им. Ты такой, да, давай, я сейчас пуш нахуй, я попал. Да еще ты роботу хэдшот дал, блядь. Такой, ну, блядь. А потом еще БХ внизу получил бодик. Пуш, блин. Хорошо придумали, понравилось.